упускает мяч за боковую линию спартаковца. Левым флангом решают начать свою атаку автозаводцы. Вот Орехов снова на Попова. Длинная передача проходит, она удар и 1-0. Проспали спартаковцы рывок Павла Попова. Выскочил он один без сопротивления. Вошел в штрафную и, не сближаясь с Мажоровским, пробил в правый угол. И вам обязательно об этом сообщим. 18 номер. Это Асиф Мирзаев. Появился на поле на 29-й минуте. Любителям статистики пометьте. Ну а мы продолжаем. И сейчас торпедовцы массово выбегают со своей половины поля в атаку. Левым флангом они пытаются приблизиться к воротам, но теряют мяч. И уже спартаковцы бегут. И пока лежит в центре поля кто-то из торпедовцев. Это Разуменко Сергей. И желтую карточку Левченков получает. Позволили медицинской бригаде выйти на поле. Делал передачу в быстрой атаке Разуменков на левый фланг и врезался в полузащитника Спартака. Видимо, неудачно приземлился или что-то с ногой там. Химичат врачи. Ну, вроде поднялся. Продолжаем трансляцию матча «Торпедо-Спартак» команды 2002 года рождения, летнее первенство Москвы 2017. Перенесенный матч 13-го тура. После первого тайма 1-0 впереди «Торпедо». Гол на 9-й минуте забил Павел Попов. Давайте о составах команд для начала. Торпедовцы, хозяева поля, зеленая форма, зеленые футболки, черные шорты. В воротах Иван Грачев. В поле играет под пятым номером Григорий Гвардеев. Четвертый Даниил Поляков. Данила Поляков. 20-й Сергей Васиков. 3-й Андрей Державин. 33-й Александр Орехов. Сейчас спартаковцы бегут в быструю атаку. Сейчас чуть попозже продолжим. Сайфуллин. Ну, хороший момент, можно бить. Степаненко, передача, удар, 1-1. Илья Галятов. На первой же минуте второго тайма взялись спартаковцы за дело. Решили не откладывать долгий ящик. Свои проблемы, тут же забили на первой же минуте гол. Илья Галятов отличился и тем самым догнал бомбардиров. Лучших бомбардиров. Очень опасно. Торпедовцы в конце матча могли выйти вперед. И сейчас снова они в атаке. Левченков получает желтый. Это вторая его желтая и красная карточка. Илье Левченкову он пропустит следующий матч.